Мускат гамбургский 110 рублей за литр. Звезда Кубани, стихия моря, красивая моя, не название, вин, песня. Только запрещенная торговля разрешена по лицензии на пиво и напитки. Вина, шампанское, коньяк и водка в этом магазине пока нелегальные гости на полках. За полчаса проверки документов в магазин в поисках напитка Диониса вошли 15 человек. Приобрести спиртное не получилось, магазин не работает. Холодный лимонад привлекает десятую часть клиентов закусочной. Работать для женщин с детьми невыгодно. Хозяйка закусочной продляет лицензию на продажу спиртных напитков. Документов нет, на алкоголь наложили арест. До получения разрешения и решения суда все бочки, тетроупаковки и бутылки оставят хозяйки заведения на хранение. Но продавать спиртное женщина не имеет права. 430 литров вина и настоек, 105 литров вина, 20 бутылок коньяка и ящик водки. Все опечатано. Заманчивая надпись на двери магазина «Шампусик на розлив», кстати, тоже вне закона. Теперь только пустой звук. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа регион.